Привет, друзья! Strand and Deep на ваших экранах. С вами по-прежнему VIP Smart. И если вы помните, мы остановились на том, как мы поспали и прождали целую ночь. Но у нас очень снизились показатели. То есть мы сильно хотим есть и сильно хотим пить. Как это решить? Поесть и попить. Так, я хочу вас предупредить. В этой игре сегодня вышло обновление. Обновление состоит в огромных фиксах и в огромных добавлениях. То есть, смотрите, теперь наши часы обновились. В них более приятный показатель, то есть мы все можем видеть. В них еще есть появились показатели температуры. Да, она зависит от погоды и от времени года, то есть от какого месяца. Она может исчисляться как в Фаренгейтах, как и в Цельсиях. То есть там в менюшке можно будет посмотреть. Я поставил на Цельсии, так как привычно. У нас вроде 5 градусов, то ли 22, 27,5. Да, 27,6. В общем, 30 градусов. Вообще жарко. Ну, естественно, 7 утра. 18 января мы прожили один день. Так, сегодня я хотел вам показать, что такое подводные эти... Ну, как их там... Ну... Сокровищ. Где-то здесь я видел один затонувший корабль. Во-во-во-во. А нет, это акула. Да, кстати, давайте сегодня попробуем убить акулу. Это, конечно, будет очень сложно, и делать я это буду только после того, как сплаваю на этот корабль затонувший, потому что на них часто есть бинты, а мне кажется, что после обновления этого акулы стали агрессивнее, и мне кажется... Сколько раз я уже сказал слово «мне кажется»? Мне кажется! Фу! Не кажется мне ничего. Так. После этого обновления акулы стали еще агрессивнее. Я не знаю, куда можно еще агрессивной быть, но как-то так. Давайте возьмем, наверное... Блин, я даже не знаю. Копье. Блин. Ну ладно. Что-то я как-то сыкую немножко. Друзьяшки. Ну, в принципе, здесь... Да ладно. Это не затонувший корабль. Это что это? Здесь вообще есть сундук? Нету. Охренеть. 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 Это не затонувший корабль. Жесть какая, а. Ну, ё-моё, и что теперь мне делать? Если это не затонувший корабль, откуда я буду брать лут? Ой. Так, я вон вижу, что там... Там, да? Где-то вон там. Есть пузырьки, я и видел. Значит, там что-то затонуло. Знаете, я очень не хочу туда плыть в одиночку. То есть, ни на каком... Вон, тем более, там акула. Без какого-то снаряжения. Ну, то бишь, без лодки. Но, знаете, лодку я не хочу тратить, потому что акула может порвать мою лодку. Да, или случится баг, что лодка пропадет, и я останусь один просто. Что у нас насчет показателей? Все херово. Значит, нам нужно взять крабика. Крабик. Крабик. Давай, 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 берись. Давай. Вот, хорошо. Молодец. Так, сейчас мы пожарим парочку крабиков. Для начала нам нужно найти наш старый костер. А где наш старый костер? Вот. Смотрите, я вам еще в прошлой части говорил. Это как сделать так, чтобы костер снова был в нормаче. Вот, сюда выкинул. Мы берем 3 палки. То есть, кажется, там максимально 3. И левой кнопкой мыши ложим. Все. И у нас снова нормальный костер. И... Это обойдется вам на 2 палки меньше. Да, так что такая вот экономия у нас. Где наш крабик? Крабик, вот он. Жарить придется вот так, примитивным образом, но... Вот смотрите, он сейчас упадет. Ладно, я не буду это ждать. Во-во-во-во, упал. Я просто осторожненько его еще поставлю. Давай, держись, брат. Давай, 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 давай. Ну, блин, дебил. Это еще надо, блин, это сложно.
Все, давай жарься, парень. А пока что знаете, как я выйду из той ситуации, что мне нужно туда сплавать? Я сделаю плот. Да. Плот делается из 8, кажется, палок. Да. Не просто палок, а кажется палок, да. Ага. Только... О, опять слетел краб. Если вот такие звуки прекращаются, значит, опять с еды, с костра что-то слетело. Раздражает. Так. Все, краба обратно поставили. Смотрите, для этого нам понадобится наш молот. Вот и этот. Видите, я рубить не могу, я уже говорил, что им только строить. Так, еще насчет... Вот, крабик готов. Еще насчет обновления. Теперь на вещах появилась прочность. То есть вот, Pocket Knife, а потом прочность 96. Здесь Crude X, прочность 60%. Так что это теперь очень удобно. Помимо шкалы прочности есть еще и показатель. Проценты. Так, ну что ж. Крабик готов. Кушаем. Отлично. Сколько он исполняет? Что? Отлично. Он восполнил нам две шкалы. Хорошо. Кокосы. Да, смотрите, здесь еще можно лезть на пальмы. Оп, кокосики. Ты что не берешь? Ты что? Бери кокос. А, ну ладно, он их брать не может, их нужно отколоть. Дебил. Слушайте. А мы можем что, пальму срубить, да? Находясь на ней. А, нет, она же внизу рубится. Мы пойдем вместе с ней. Нет, ну нахер. Давай, сползай. У-ху! Отлично. Не сдохли, нормально. Все, хватит. Хватит, не хватит, хватит туда лезть. Давайте. Нам нужно покушать и попить. Кокосы, это жесть. Это они нам очень помогают. Так, что у нас насчет питья? Ага. Значит, еще раз нам нужно будет попить. Да и поесть. Так, покушали, сколько нам восстановилось? Угу, то есть еще два деления того и того. Угу, это один кокос нам все, в принципе, восполнит. Сейчас попьем, поедим и пойдем строить плот. Да, и после уже отправимся в путешествие. Ну, какое путешествие? Вон, видите? Пузырьки. Это означает, что там... Сокровищница, да. Вроде все сказал. Ну все, у нас все восполнилось. Сейчас рубим дерево, рубим его на палки. И потом делаем плот. Плот делается точно так же, как и фундамент для дома. Только смотря, где его разместишь. Так, у нас уже здесь было, разрубим. То есть смотрите, ты делаешь по задумке фундамент. Если ты разместишь его на земле, это будет фундамент, как ни странно. А если в воде, то это будет как плот. Так что, в принципе, все продумано. Потому что и там пласт дерева. Делается он, как я уже говорил, из 8 палок. Сейчас вот это разрубим. И еще одно придется рубануть. Сплаваем, посмотрим. И еще для плота нужно 2 или 3 волокна юки. Юка у нас... В принципе, растет везде. Так, можем уже? Да, смотрите, фундамент. Но, видите, можно построить дом. То есть фундамент. Фундамент дома. На который же опоры. Ух ты, акула как рядом, а? Ну, если поставим здесь, то опа, рефт, плот. Давайте его вытащим. Видите, да, две юки, я был прав. Это они нужны, чтобы, если ты будешь плыть, и плот может просто-напросто развалиться. Да, как ни прискорбно. Поэтому нам нужна юбка, чтобы укрепить наш плот. То есть веревка. Все продумано. Крафт очень продуманный в этой игре. Все четко. И хорошо. Что-то я не могу найти юбку. А, она у нас растет. Точно. Так, я видел, где-то здесь у меня валялось волокно юки. Я помню, одно. Но нам бы два. Опа, если бегать долго на шифте, то тратится одно деление еды. Жаль. Так, где, мать твою, волокна? Вот.
Костерок горит, хорошо. Сколько градусов у нас? 29. Жара. Нет, сейчас у меня в городе зима, холодно. Фу, ужас. Говно. Не люблю зиму. Хочу лето, да. Так, где мой плод? Где мой, мать твою, плод? А, ясненько. Давай, ты чё, ем? Как тебя укрепить-то? Эй. Ну-ка, может, в воде это все только действует? Это, мало ли. Давай. Что-то я уже недопонимаю. Может, вот так? Чё мандражируешь? Тихо, тихо. Что-то начал мандражировать. Да, смотрите, нам нужно два волокна. Ай, дерьмо. Опа. Давайте закроемся от солнца. Ой, солнце жаркое. О. Постой здесь пока, не падай, пожалуйста. Вон. Ой. Походу, нам придется ждать, когда вырастет юбка. Нет. Так, ладно, вы меня вынудили. Ставлю на паузу и жду, когда вырастет юбка. Окей? Окей. Так, народ, это слишком долго ждать. Я понял, что расти она будет еще очень долго, потому что был исправлено вот это быстрое. Ну, вот когда быстро. В этом обновлении исправили еще одно такое вот быстрое выращивание растений, то есть картошки или юбки. Как видите, она вообще почти не меняется. Это очень долго. Поэтому вечереет. Но только решил отправиться. Нет! Я отправлюсь! Да! Я не боюсь проблем. Отправляемся. Мне кажется, что нас сейчас съест акула. Потому что с такими местами обычно плавают акулы, и не только я так решил. Опачки! Хопча! Что у нас здесь? Компас! Народ, это компас! Это компас! Да ладно, это компас, компас! Давай, забирайся, кусок ты дерьма! Давай, давай. Да ну нахер, давай, быстрее. Так, все. Народ, это компас. Так, это нам уже вряд ли понадобится. Прости меня. Народ, это компас. Компас здесь очень нужная вещь. Да, скажу это, забегая вперед. Давай ж ты. Слезай, дебил ты. Давай. Компас, все. Залазь, давай. Давай, все, поплыли. Домой, 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 домой. Уже ночь. Все, поздно. Давай, плыви, дебил. Компас. И это компас, народ. Сейчас я покажу его вам. Так, компас. Бесконечное. Мы можем, точнее, прочность бесконечная. Мы можем ориентироваться по островам, представляете? Вот смотрите, вон тот остров на что это, северо-запад, да. И тогда мы даже в бурю не потеряемся. Охренеть, это компас. Ладно, уже ночь, и я думаю, есть вариант такой лечь спать. Да. Давай, 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 давай. Быстрей, быстрей, быстрей. Сколько? 19, 7 часов, а уже это. У вас луна вышла. Странненько, странненько. Ты где же моя кровать-то? Ё-моё, а? Кровать. Стоп. А и правда, а где моя кровать?
Подождите, подождите, подождите. Где мы? А, вот. Все, слип. Фуф. Еще один день выжили. Я попробую ради ачивки в Стиме, которые почему-то не даются. Кстати, да, я играю через Steam, но почему-то ачивки не даются. Я хрен знает почему, но ладно. Я попробую прожить здесь 5 дней. Сколько я уже дней прожил? Да, 2 дня. 26 градусов. Само то. Что я хотел? А, точно, да. Я хотел отправиться в путешествие на плоту, да. У меня есть теперь компас, да. Но я, знаете что, я не поплыву на плоту. Да, я думаю, что поплыву прямиком на вот этот северо-запад. И там... О, гляньте, гляньте, какую рядом. Подождите, давайте ее убьем. Чего бы нет-то? Иди сюда, дура тупая. Иди сюда, говно. Давай, где ты, дура тупая? Давай. Ну, конечно же, запись вылетает. У меня вылетела запись. И все. Так, на чем мы остановились? Мы должны были поплыть в путешествие на северо-запад, да. Но хотели убить акулу. На что-то я не хочу. Да. Вот так. Все, ну нахер. Там это, волокна. Давай, плыви ты. Все, давай. Плыви. Кусок ты дерьма. Где волокна, Юки? Я ж куда-то их сюда бросил. О, так надо говорить, что они где-то в лодке. Если они в лодке, то я утону. Потому что здесь учитывается любой перевес. Я это знаю. Так, по компасу. Плывет акула. Угу. По компасу нам вон туда. Знаете что, народ? Мне кажется, что... Да, волокна где-то здесь. Видите, как нас перевешивает? Мы так не доплывем. Я отвечаю. Где-то застряли в текстуре. Что за... Вот они, вот. Все. Все, иди нахер. Во, да, здесь валяйтесь. Все, смотрите, как теперь побыстрее плывем. Нам вон на тот остров. Вот, все. Акул обгоним. Вообще нормально будет. Хотя, знаете что? Они, акулы, сейчас стали агрессивными. Так что... Мне кажется, что мне сейчас конец. Да, потому что один раз, когда я играл один, я проплывал также над акулой, и она резко что-то поплыла на меня еще, даже когда заскриптованные они были, и опрокинула, точнее, даже не опрокинула, а моя шлюпка исчезла. И я остался вот где-то здесь, посередине океана, вплавь. Я не знаю, как я добрался, но все-таки я как-то доплыл до берега и остался без лодки. И вот, все. Блин, народ, мы быстро приплыли. Вы заметили? Мне кажется, что они пофиксили. Опа, акула, акула, давайте валить. Я даже не буду останавливаться смотреть, потому что... Я уже говорил, почему. Потому что они могут с плота опрокинуть и... И конец. Ой-ой-ой, там вон что-то тоже акула. Давай-давай-давай, плыви, не останавливайся. Ой-ой-ой-ой, что-то прям у берега акула. Опа, заткнулся корабль. О, да, хороший остров. О, два за... Ой! Фу, что-то я подобосрался. Я эту акулу не заметил. Вообще она так проплыла прям чисто передо мной. Я обосрался. Фу, это... Фу. Серьезно, я обосрался. О, господи.
Ой, нужно что-то успокоиться. Ладно. Так. Остров, я смотрю, очень богатый. Несмотря на его маленький размер. Есть картошка. Нам нужна? Нужна. Так что соберем ее. Все. Берем картошку. И думаю, что мы ее скушим. Потому что у нас все по минимальному. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Что со мной? Что? Я опять заблеванул? Почему я заблеванул? Слишком много картошки, что ли, съел? Ее что, теперь жарить, что ли, можно? Так, ну отлично. Ладно. Несмотря ни на что, мы сейчас забахаем себе ничего. Давайте быстренько сплаваем на эти два корабля. Потому что два корабля спавнятся так. Я ни разу не видел, чтобы они так спавнились. Так что это нам повезло, дико, ребятки. Давайте сразу вот на этот заберемся. Давай. Забирайся. Давай. Я хочу лутать. Так, что у нас? Что? Whistle. Что? А, это свисток. Класс. Давайте посвистим. Классно. Так, что мы можем выкинуть? Ничего. А что-то выкинуть придется. Плывем обратно. Сейчас знаете, что нам надо освободить почти весь все места инвентаря. Ух, как я кинул копье. Воткнулось прям. И даже весло нам не нужно, потому что на двух кораблях будет очень много лута. Да. И место нам как-никак и понадобится. Опа. Здесь. Бинт. Отлично. Ведро с водой. Ай, весло. Кожа. Жерикен. Все. Плывем выбрасывать лут. Я думаю, сейчас вот залутаем, и на этом я серию закончу. Так, ведро. Ведро воды. Давайте выльем. Ох, смотрите, можно прямо так просто наклонив экран выливать. Давай, выливай. Давай. Все, пустое ведро. Ага. Кожа. Используется в крафте. Канистра с топливом. Это нам понадобится. Седло нам. Ой, весло. Почему я говорю седло? Так. Седло, весло нам тоже понадобится. Так, теперь мы плывем вот сюда. Здесь лута будет чуть-чуть побольше. Да, здесь несколько отсеков для лутания. Так что еще не раз мы назад побежим выбрасывать вещи. Так, у нас антибиотик есть. Здесь full tank. О, мачете, наконец-то. Бинокль. Жесть, классно. Давайте выпьем. Воздух чуть-чуть. Да куда же ты? Я говорю, воздух нужно получить. Что это? Давайте куда-нибудь посмотрим. Ага, вижу акулку. Ну, в принципе, нормальненько приближает. То есть можно посмотреть, где находится или акула, или те же тот же лут. Да, хорошая вещь. Так, теперь мы плывем вниз. Давай плыви. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Опа. Так, без по фасту лутаем. О, пропеллер. Замечательно. Мачете еще одно, нормально. Кайс, что? Что? Доктайп. Давай. Блин, места не хватает. Дерьмо. Давай. Плыви, 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 плыви. Все. Все отлично. Отлично. Мы, в принципе, все залутали. Но что там у нас было? Доктайп. Изолента нам понадобится. Так что придется сейчас еще за изолентой. О, посмотрим, давайте. В бинокль такие понтовщики. Фу, с этой лута. Что у нас? Full tank. Отлично. Пропеллер. Замечательно. Видите, они уже подсвечиваются как одно.
Это означает то, что они используются в крафте. Так, нам нужна изолента. Нужна изолента. И, в принципе, все, что мы можем оттуда еще взять. Давай, где вход, мать твою? О, флешлайт у нас еще есть. Как же это я не смог взять-то фонарик? Фонарик вещь-то нужная. Это даже очень нужная вещь, фонарик. Можно под водой светить? Да, смотрите, под водой можно светить. Класс. Ой, сколько лута. Ох. Нет, знаете, один мачете мы возьмем. Сейчас я попробую зарубить акулу, да. Перед этим, конечно, сохранюсь и... Опа, мы уже что-то можем скрафтить? Крут, бандаж. А, это это. Как его? Бинт. Угу. Самодельный бандаж. То есть самодельный бинт. Класс, чё? Давайте так. Готовились мы. Идем туда. Заныривай. Заныривай. Давай. Это что у нас? Страшно. Ладно, нет, так нету ничего. Окей. Быстрее иди. О, а чё же это у меня так? Показатели-то все, показателями так все плохо-то, а? Что я? Черт. Мне срочно нужно питаться. Иначе я тут от голода умру. Так, ну я думаю, что попитаемся мы уже в следующей серии. Так что давайте. Всем удачи и пока. Увидимся в новых сериях.